Я хотів би привести декілька цифр, наприклад, по що відноситься до медицини, що відноситься до освіти. Питання, на мій погляд, дуже такі цікаві і не зовсім зрозумілі. На рівні держави, ще раз поясню. Місто Южне має прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом. У відповідності із законом, у 2016 році ми отримуємо освітню субвенцію, ну, скажімо так, це субвенція, це на утримання повністю освіти нашого міста. Шкіл, так, шкіл, 24,9 мільйона. Харчування нам ще треба 2,2 мільйона гривень. Комунальні послуги 5,8 мільйони. Але держава порахувала і вважає, що нам цих коштів 24,9, там, скажімо, 25 мільйонів, це абсолютно достатньо. По їх розрахунку. Таким чином ми додатково понад обсяг субвенцій з місцевого бюджету виділяємо 12,2 мільйона гривень. Законом України про внесення змін до деяких законодавчих актів від 24 грудня 2015 року внесено зміни в закон України про загальну середню освіту, яким скасовано харчування учнів перших і четвертих класів. Крім соціальних захищених верств населення, наскільки я знаю. На цю сесію ми вносимо питання, вносимо там програму, де будемо враховувати всі ці питання і практично будемо з бюджету виділяти кошти на харчування в такому ж виді, як і було в минулому році, на 60 і 40. 60 батьків, 40 ми будемо бюджету виділяти. Таким чином, ми на харчування 2015 року передбачено кошти в розмірі 4,4 мільйона. Це школи 2,2 мільйона, дитячі садки 2,2 мільйона. Це на харчування. А відносно медичної субвенції, практично така ж сама ситуація, як по освіті. Нам враховано субвенції з держави 20,5 мільйона. Чуть навіть менше, ніж у 2015 році. А потреба, я ще раз повторюю, 20,5 мільйона, а потреба тільки на заробітну плату 20,7 мільйона. 21,7 мільйона. Харчування – півмільйона. Комунальні послуги – 1,6 мільйона. І додатково понад обсяги субвенцій передбачено 7,7 мільйона гривень. Разом, якщо взяти школи і освіту і медицину, ми додатково виділяємо 20 мільйонів гривень. Це, ви розумієте, це у нас, я вважаю, є така можливість. Але я впевнений, що багато міст не мають такої можливості з бюджету виділяти додатково кошти. На ці такі, ну, на соціально направлені галузі, скажімо, освіту і медицину. Крім того, ми виділяємо кошти на соціальні питання. У бюджеті на 2016 рік майже 2,5 рази збільшені видатки на заходи міської програми соціального захисту окремих категорій населення. А саме, з 1 мільйона 34 тисячі гривень ми виділяємо 2,5 мільйона гривень та плануємо охопити більш ніж 3400 осіб. Замість минулих років 680 осіб. Крім таких направлених програм, що вже задіяні, були передбачені нові виплати, зокрема, надання інвалідам першої групи щоквартальної матеріальної допомоги на придбання продуктів харчування та ліків, матеріальна допомога багатодітним сім'ям, в залежності від кількості дітей у сім'ї, щоквартальна грошова допомога малозабезпеченим сім'ям. Всі інші види допомоги суттєво збільшені як в кількісному вираженні, так і в грошових розмірах. Є основні напрямки, у нас таких 6 основних напрямків. Це надання інвалідам першої групи щоквартальної матеріальної допомоги. Це 150 осіб, це 150 тисяч гривень. Надання щоквартальної матеріальної допомоги малозабезпеченим сім'ям
Передбачено охопити 30 сімей на загальну суму 60 тисяч. Придбання хлібу незахищеним верствам населення на 333 особи на загальну суму 199,8 тисяч гривень. Надання одноразової грошової допомоги громадянам міста з нагоди визначення пам'ятних дат, а саме дня вшанування учасників бойових дій території, ну, і так далі, тут їх цілий перелік, ми виділяємо більше 1,133,000 гривень. Надання одноразової грошової допомоги особам, які виповнилось 80-90-100 років, виділяємо таких 101 особа, 33 тисячі. Виділяємо надання одноразової грошової допомоги призваним по мобілізації особам, демобілізованим військовослужбовцям, які брали участь в проведенні АТО, пораненим учасникам АТО та сім'ям загиблих військових учасників АТО. Передбачається охопити 134 особи на загальну суму більше півмільйона, 530 тисяч гривень. Крім цих направлень, планується надання допомоги сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та за рішенням Координаційної ради по заявам громадян. Передбачено охопити біля 400 осіб на загальну суму 400 тисяч гривень. На жаль, сьогодні законом України про державний бюджет України на 2016 рік не врегульовано деякі питання, зокрема відсутнє фінансування за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетом компенсацій і виплат пільговий проїзд окремим категоріям громадян, про які я якраз і говорив. У разі, якщо, я впевнений, якщо навіть ці пільги нам не будуть надані з державного бюджету, ми обов'язково ці питання будемо вирішувати на рівні міста, на рівні нашого бюджету, але нам потрібен документ, механізм реалізації цього закону, цього питання, скажімо так. Тому я це ще раз говорю про те, що бюджет соціально направлений. І на 12 січня на сесії ми постараємось внести деякі правки, але тільки, скажімо, в позитивному плані, а не зменшувати. Ніякому разі не будемо зменшувати. От що ці питання, які я хотів сьогодні, про ці питання, про які я хотів сьогодні сказати, будь ласка, що ви можете додати. Так, як сказав Владимир Николаевич, государственный бюджет Украины был принят 25 декабря, но, как сказать, подвох был не в этом. Все, что касается прямых отношений города Южного с государственным бюджетом, эти вопросы не вызывают особенных трудностей и, в принципе, должны быть зеркально отображены в нашем решении про местный бюджет. Это касается субвенции, так скажем, освитянские субвенции на охрану здоровья, реверсная дотация, это те деньги, которые мы должны передать в государственный бюджет. В принципе, здесь практически показатели совпадают с тем, что запланировано в нашем местном бюджете. Мы это просто должны отобразить и привести эти все средства. Как уже сказал Владимир Николаевич, вы понимаете, что есть объем средств, который должен обеспечить полностью содержание наших школ и нашей больницы. И здесь, в принципе, мы обеспечили полностью, полмиллиона больше или полмиллиона меньше с государственного бюджета, мы в любом случае это будем покрывать нашим местным бюджетом. Опять-таки, в нашем бюджете не учтены субвенции, это на жилово-коммунальные послуги, иные выплаты, которые мы должны получить из государственного бюджета. Сейчас, насколько я знаю, вчера прошло заседание плановой бюджетной комиссии, на котором должен быть разделен этот объем по городам и районам, и мы получим сумму, ту, которую город Южный должен получить из государственного бюджета. Но проблема, которая возникла у нас при формировании городского бюджета, и, как уже сказал Владимир Николаевич, здесь с этим возник вопрос о перенесении сессии на неделю. Это закон Украины про внесение змін до деяких законодавчих актів України. Этот документ был принят 24 декабря. И в чем возникла проблема, что мы работали с проектом, а этот документ появился уже в свободном доступе только вчера, во второй половине дня. Вот этот закон действительно регулирует очень многие проблемы, к сожалению, практически все не в лучшую сторону, которая касается именно социальной защиты. Как раз вот этим законом и предусмотрено, внесены изменения в те законы, о которых писал Владимир Николаевич, которые касаются питания учеников первых-четвертых классов. То есть здесь рекомендовано
обеспечить питанием только учеников, которые социально, скажем так, не защищены. Сегодня мы кормили детей полностью, практически 100% охват первых, четвертых классов. Поэтому нами разработаны изменения в программу, и эта программа будет вынесена на очередную сессию Юрийского городского совета. Я думаю, депутаты, безусловно, нас поддержат, и мы обеспечим питание в школах точно так же самое, как оно было в 2015 году. Этим же законом внесены изменения в закон про дошкольную освиту. И здесь исчезла норма, по которой распределение между оплатой за питание между родителями и городским бюджетом составляло 40% на 60%. Если кто помнит, в позапрошлом году эта норма была 50% на 50%, в 2015 эта норма была 60% на 40%. Здесь в принципе прописывается о том, что батьки або особо какие замещают, оплачивают плату за харчевание в розмере, установленном органом местного самоуправления. То есть я так понимаю, что этот розмер может быть и 100% от стоимости питания. Но опять-таки я так понимаю, что в связи с резким подорожанием и, в общем-то, не наших благосостояния жителей, как в целом по Украине, так и нашего города, не позволяет сегодня эту часть расходов положить на плечи родителей. Поэтому, опять-таки, нами разработаны изменения в программу. Это будет вынесено на рассмотрение сессии городского совета. И я так понимаю, что мы сохраним это распределение 40% на 60%. Еще один важный момент, это, как уже сказал Владимир Николаевич, это льготные перевозки. Здесь ситуация абсурдная. Мы прочитали сегодня интервью Министерства социальной политики. Значит, подвох заключается в том, что для того, чтобы местный бюджет начал работу в части финансирования, эти полномочия должны быть отнесены к местным советам. Сегодня в бюджетном кодексе Украины эта норма закреплена за государственным бюджетом, в то же время как в законе Украины этой субъекции попросту нет. Министр социальной политики пообещал, что в течение месяца-двух этот вопрос будет урегулирован. Поэтому, поскольку этот документ в общем о проекте, эти полномочия, проект этого закона, эти полномочия было прописано, что на рассмотрение местной власти. То есть в то время, пока мы готовили программу, мы отрабатывали потребу, со слов была внесена эта правка, норма с местного бюджета исчезла, нормы финансирования на сегодняшний день нет. Поэтому как только у нас появится хоть что-то, какой-то нормативный документ, мы будем готовы разрабатывать изменения программы, они у нас сегодня уже, в принципе, разработаны и подключаться в местный бюджет. Я прошу прощения, это такой парадокс. Представляете, в бюджетном кодексе, который самый высокий, ну, скорее, кодекс выше закона, сказано, что будет субвенции будут за счет государства. В бюджете государственном сказано, вообще ничего не сказано, потеряли. А дают нам Министерство социального захисту, дают разъяснение, что, может быть, эти функции будут передать на местный бюджет. Практически все зависло. Ничего, никаких документов нет. И какой результат? Я уверен, что здесь январь, февраль, навряд ли кто-то людям будет платить. Кто-то будет возмещать наших перевозчиков. А перевозчики, когда они поймут, что им никто ничего не возмещает, они просто не будут брать этих людей. Это по всей Украине, то не только в городе Южном. Не, ну парадокс в другом. Те города, которые могут компенсации эти перевозчикам осуществлять, допустим, как город Южный, мы будем компенсировать только жителям города Южного. Но перевозчик по дороге от Южного до Одессы перевозит в том числе и жителей других административно-территориальных единиц, которым не компенсируется, допустим, этот проезд. Каким образом можно вообще этот вопрос урегулировать? То есть это может быть только государственный бюджет и только на государственном уровне. Либо монетизация этих льгот для того, чтобы люди за свою, так сказать, уже наработанную льготу имели возможность рассчитываться сами. Но сегодня как бы вот ситуация такая, какая она есть. Так, значит, если еще раз, ну, у кого будет интерес более детально ознакомиться с этим законом, вы можете посмотреть, но вся направленность этого закона – это сокращение расходов, ужесточение норм и правил. Например, здесь есть и такая рекомендация, как, допустим, разработка новых типовых штатных по школам с целью сокращения не менее 5% 10% административно-хозяйственного
состава школ. И как минимум 5%, вы можете, это уже есть свободный заметить документ, 5% сокращения педагогических работников. Сегодня наши. Это уже закон. Это не проект. Рекомендация или это требование? Здесь, так что не говорить рекомендация, здесь написано, доручите кабинету министров разработать типовые штатные нормативы. При том, выходящие из своих показаний. Да, вы. Державна влада, ви нам державу делового неповноваження справляти отут владу. Тому ми маємо дотримувати вимог. Це не рекомендація, це закон. А там ще про учнів, щоб багато. Сьогодні це касається поки тільки школ, в школах малокомплектні, которых учащихся 25 на школу, не на класс, на школу, вообще не финансируются за счет субвенции с государственного бюджета. То есть если где-то в каком-то селе есть очень маленькая школа, то на нее действие этой субвенции не распространяется. Поэтому мы работаем много, мы пытаемся вот этот вот удар максимально снивелировать для жителей города Южного. Все, что в рамках закона мы могли сделать, оно учтено, поэтому сейчас дорабатываются вот эти вот изменения в местный бюджет. Все, что пока не урегулировано, мы ждем разъяснений, мы ждем писем, мы ждем законов, подзаконных актов. Потому что я могу считать, вот я распечатала реперлист противом 1-2 месяцев неспильно вырешенным ЦПК, частково пильного производства, как прислала с местных уровней, забавили министра, что с политики Павло Розенко. Логика спочатку у нас была проста. Ми не просто передали місцевому органу влади фінансування, ми говорили про те, що система пільгового проїзду повинна встановлюватися на місцях. Але ця логіка не була підтримана, радок в держбюджеті випав. Загублений. Ну, ви розумієте, якщо проаналізувати весь державний бюджет, то ми побачимо, що практично по всім параметрам соціальні направлення всі зменшені. Да, здесь, например, много лет, видимо, не доходили руки, но здесь опять-таки прописывается положение, это культура, скажем так, на местах, библиотеки, музеи, галереи, дома культуры. Здесь просто вот расписывается о том, что эти заклады идеали должны переводиться на самоокупаемость. Но мы, то, что я сказал, не закончил свою мысль о том, что идет социальное как бы сокращение по всем параметрам. Все, что можно и в правовом поле, мы все будем постараемся компенсировать с бюджета, нашего бюджета городского. Но я еще раз повторяю, что это могут себе позволить те бюджеты, которые есть такая возможность. Но не везде есть такая возможность. Поэтому ситуация очень непростая, я думаю, непростая не только в области, в городе, а и в целом стране. Я еще добавлю два слова, просто хотелось бы все-таки сакцентировать внимание для наших жителей, потому что начало прошлого года было очень нервозным и напряженным и у учителей, и у медиков, и у родителей, чьи дети посещали детские сады и школы. Почему? Потому что масса вопросов была не урегулирована, как сказала Людмила Владимировна, мы ждали очень долго постановку кабинета министров, которые разрешили бы нам компенсировать недостающие средства для нормального функционирования всех наших учреждений. Эти постановы в конце января появились, мы вошли в какой-то нормальный режим работы. В этом году легче, потому что эти документы продолжают действовать, и мы можем добавлять из местного бюджета средства на нормальную работу. И Владимир Николаевич указал эти цифры, то есть мы еще практически 20 миллионов добавляем сверху, практически 50% того, что дало нам государство, мы добавляем еще для того, чтобы наши учреждения не почувствовали на себе никаких треволнений и зарплата. Да, медицина и образование. Для того, чтобы зарплата оставалась на установленном государством уровне, чтобы дети, не 125 детей на весь город в школах, а все дети первых, четвертых классов питались, потому что мы уже этот вопрос неоднократно рассматривали. И для многих детей, даже не из, скажем так, не тех, которые относятся к этим 125 детям, которые относятся у нас к социально незащищенным категориям, это у нас и дети-сироты, и дети под опекой и так далее. У нас очень многие дети, для них это нормальное полноценное питание именно в школе. Мы знаем эти семьи, знаем проблемы, и мы будем до последнего бороться за то, чтобы сохранить эту норму в школах, для того, чтобы дети в школе все-таки хотя бы 5 раз в неделю ели нормально.
сохранили вот эту тенденцию, которая закреплена была в законе в прошлом году, 40 на 60 в детских садах, да, было тяжело в прошлом году принимать родителям новые правила игры, но это все-таки 10%, а не 100% платить. Если местный бюджет сегодня может себе это позволить, мы компенсируем эти 40% для родителей. Я не думаю, что многие города в Украине себе вообще смогут позволить такую роскошь, если у них будут в бюджетах такие средства. Ну и то, что касается нашей программы по защите незащищенных наших граждан, эта сумма увеличена в 2.5 раза. И это, я считаю, для нашего города, да, может быть, это и недостаточно, потому что таких людей становится не то, что с каждым годом, с каждым днем все больше и больше. И та мизерная зарплата и пенсии, которые сегодня получают превалирующее большинство людей, которые не работают, даже работают на наших предприятиях и в порту, и на заводе, но не являются там руководителями какого-то звена, еще что-то, то есть получают в принципе достаточно скромную зарплату. И в семьях, в которых двое-трое детей, достаточно сложно сегодня решить какие-то жизненные свои вопросы, которые выходят за рамки повседневной жизни, просто прокормиться и заплатить коммунальные услуги. Поэтому, кроме того, что у нас предусмотрены регулярные выплаты для инвалидов, для многодетных семей ежеквартально, есть еще масса выплат, которые у нас нашли свое отражение в программе именно как регулярные выплаты. Не просто время от времени или когда человек обратился. То есть каждый инвалид первой группы получит свою выплату, каждая многодетная семья в зависимости от количества детей получит свою выплату. Но и самое главное, что у людей осталась возможность обратиться на Координационный совет для того, чтобы решить свои вопросы, если они выходят вот за рамки каких-то возможностей личных человека. Поэтому действительно у нас бюджет такой носит социальную направленность. Еще совершенно не сказала ни Людмила Владимировна, ни Владимир Николаевич о том, что это же только основной наш бюджет. Мы не говорили о бюджете развития, то, что и там предусмотрено достаточно много средств для решения насущных проблем в городе, которые продолжают очень многие, в том числе и социальные вопросы, которые закрывают самые главные вопросы жизнеобеспечения города. Поэтому, в принципе, если ничего не изменится, а мы бы хотели, чтобы все было стабильно, то я думаю, что перспектива у нас хорошая. Действительно, мы не говорим, потому что как-то тема у нас сегодня совсем другая, мы не говорим о том, что и сколько денег мы направляем на ремонт школ, садиков, мы говорим сегодня о солнечных батареях всех школах, всех садиках и так дальше. Это другое направление. Вопрос стоит о социальном направлении, то, что касается жителей нашего города непосредственно. И то, что я говорил, сейчас мы все тут еще повторяем, я еще раз хочу сакцентировать внимание, что мы в этом году в бюджете выделяем 2.5 раза больше денег, чем выделяли раньше на социальную категорию, социальную категорию людей, да, которые в этом нуждаются. И если это было 1 миллион, там, ну, от 34, скажем, 1 миллион, сейчас мы выделяем 2,5 миллиона. Если мы раньше охватывали 680 человек, сегодня около 3.5 тысяч. И я хочу заверить и жителей нашего города, и я абсолютно уверен, что будет полная поддержка депутатского корпуса в том, что если будет необходимость и люди будут нуждаться, мы обязательно в бюджете по итогам квартала, полугодия, мы обязательно добавим этих денег. Потому что я думаю, что такая возможность будет, вплоть до того, что мы где-то откуда-то снимем, а на вот эту категорию людей мы обязательно добавим. Поэтому в этом отказа не будет, я уверен, что и депутатского корпуса. Так, ну теперь, пожалуйста, вопрос. А какова максимальная помощь по Координационному совету? 5 минимальных заработных плат. Это, ну, 6 практически тысяч гривен, но это при определенных обстоятельствах. Это не всем подойдет. Не всем, да. Это если уже эти обстоятельства выходят, ну, за рамки просто не хватает на лекарства. Ну, на операции. Операции, да, лечение дорогостоящее и так далее. То есть пока мы ограничиваемся такой суммой. Что будет со школой искусств? В прошлом году в конце там были волнения по поводу того, что вот вы говорили о самоокупаемости. Что значит самоокупаемость и чем это грозит вообще для школы искусств? У вас это все ваша школа искусств? Наша, конечно. Ничего не будет работать, как и работает. Почему? Потому что это не бюджет. Потому что вы... Мы будем выделять деньги, сколько выделяли по необходимости. Мы ничего уменьшать не будем.
Я так понимаю, что будет все-таки вынесен вопрос и будет увеличена родительская оплата. Она не поднималась уже больше года, но это несущественное повышение. Ну, мы не перекладываем проблемы финансирования школы искусств на родителей. Подросла минимальная заработная плата, собственно говоря, это индексация. Но уменьшения с бюджета не будет. И еще один очень важный вопрос в связи с этим. Там в этом большом документе есть еще немаловажный такой вопрос по тому, что финансирование профессионально-технических училищ переводится на местные бюджеты. То есть если мы в Министерстве образования еще год тому назад доказывали, что у нас единственное в Украине профессионально-техническое училище, которое финансируется из местного бюджета, и мы претендовали на субвенцию из государственного бюджета, чтобы было наше училище включено в эту субвенцию, то теперь государство пошло по другому пути. То есть вместо того, была ли наша информация где-то учтена в плане того, что оказывается... Помогли ли мы другим ПТУ, я не знаю, но теперь как бы эта проблема перенесена... Все равно государства, такие как у нас, да? На плечи. Местный бюджет. Внимание, потому что нам раньше выделили на это деньги, и теперь как бы не выделили. Да, теперь в городах очень большая проблема, я общалась, вчера была возможность пообщаться с коллегами. То есть вы понимаете, да, уже сверстав бюджет и распределив средства, города сейчас в ситуации, когда им нужно срочно снимать где-то деньги, а это большие деньги, сколько я помню, Величевский 18 миллионов. В Одессе, по-моему, 150 миллионов. Это дополнительно на содержание училища. Ну, Величевский 2 училища. Так, еще вопросы есть? Владимир Николаевич, скажите, пожалуйста, во-первых, на мэрию сколько было выделено денег? И предположительно, когда будет закончено строительство? Сколько мы сейчас планировали? 5 миллионов аванса дать? Нет, На год сколько? 10 миллионов, да? 10 миллионов. Мы планируем это в этом году, при нормальных обстоятельствах, в этом году сдать эту мэрию до конца года. А вот это, вот где мы сейчас находимся, полностью все передать школе, 4-й школе. Таким образом, мы можем не строить школу, а скажем так, построим мэрию, мы решаем вопрос детского садика, переводим школу сюда, и детский садик переводим, садик оставляем там, а начальные классы переводим сюда. Мы решаем вопрос детского садика, мы решаем вопрос школы и решаем вопрос мэрии. Поэтому будем стараться в этом итоге закончить. Есть такие предположения, по крайней мере, я знаю об этом, что эта часть здания, она в аварийном состоянии. Сюда можно будет идти? Да, мы будем делать обязательно исследование, специалисты посмотрят, выделим деньги на капитальный ремонт, безусловно, это однозначно. Будем здесь, тут надо же перестенки менять, тут надо классы увеличивать и так далее, но это будет выделим деньги из бюджета, и мы берем на себя полностью. Если капитальный ремонт, реконструкция, специалисты должны сказать, что мы должны сделать. Получается так, что во втором микрорайоне вы отказываетесь от... Ни в коем случае. Во втором микрорайоне есть место, отведенное под школу, оно остается. Никто это место под школу не занимает, строительство домов там увеличивается, и я думаю, что со временем мы придем обязательно к тому, что будем строить. И там школу, но по-другому нельзя, там будет целый микрорайон. Для тех жителей того микрорайона будет строиться отдельная школа. Вы уже промониторили ситуацию, если сюда перевести 4-ю школу, будет ли достаточно места в детском саду для того, чтобы увеличить всех желающих? Запасом будет, потому что у нас добавится еще 8 групп. И более того, у нас будет возможность, наконец-то, учитывая то, что у нас, к сожалению, в последние годы увеличилось количество детей с врожденными пороками, нозологиями и так далее. Мы не можем сегодня в наших детских садах сделать то количество групп с узкопрофильных, это и логопедические, и для деток с различными патологиями, для того, чтобы родители на месте могли деток водить в детский сад. А это группы некоторые не больше 8, некоторые не больше 15 детей. То есть это достаточно такие специфические группы с увеличенным количеством персонала. Сегодня в наших детских садах мы не можем себе такой роскоши позволить. Поэтому с учетом реконструкции уже этого, окончания реконструкции этого сада, там уже будут предусмотрены такие возможности для того, чтобы мы могли обеспечить всех наших деток необходимыми условиями. А будет ли возрастной барьер? То есть на сегодняшний день детей не берут раньше, чем 2 года. Было предположение, что даже с 3 лет будут брать детей только.
и вернутся ли детские группы ясель? Мы сегодня уменьшили количество ясельных групп, опять-таки только из-за того, что сегодня обязанность органов местного самоуправления обеспечить детскими садами детей с 3 лет. То есть тогда, когда у мамы заканчивается обязательный декретный отпуск, который ей дается государством. Поэтому, исходя из этого и исходя из того, что это уже группы с формированием 20 детей, а не 15, как ясельные группы, мы в детских садах сократили количество ясельных групп для того, чтобы обеспечить с 3-летнего возраста всех детей. Конечно, если все произойдет, вот эта реконструкция, то и количество ясельных групп, это несложно вернуть это обратно, это не такая большая, так сказать, перестройка или еще что-то там. То есть мы, в принципе, количество ясельных групп вернем, потому что, опять-таки, в последние годы наметилась тенденция, что мамы выходят на работу гораздо раньше, исходя из того, что даже этого одного ребенка папе, маме или двоих детей, если это уже, так сказать, двое детей, достаточно сложно прокормить на те доходы, если государство до 3 лет сегодня выплачивает смешные деньги. Вот, поэтому многие мамы идут на то, что они выходят раньше на работу. Конечно, идя на встречу, мы будем стараться. У меня на сессии вынесен вопрос о переселении суда в здание СЭС. Расскажите, пожалуйста, каковы планы и как вы предполагаете, где будут размещаться лаборатории санэпидемстанции? Знаете, вот сегодня утром я говорю с руководством области, вчера говорю, каждый, это очень такой серьезный, непростой вопрос, но я хочу сказать, что решение принято. И я руководству области, санэпидемстанции, лаборатории областной, так я сказал, что вопрос решен, и он уже обсуждению не подлежит. Это наша собственность, и мы приняли такое решение. Лаборатория остается там, где она есть, а там, где была санэпидемстанция, которой у нас нет, они хотят и здание, чтобы у них было, а санстанция один сидит. Сегодня был у меня, я не знаю, начальник санэпидемстанции, он на 2 района, он один поможет. И это они занимают нас практически все здание санэпидемстанции. Оно пустое. Поэтому решение принято. Там, где была санэпидемстанция, там переходит суд. Сегодня там люди уже работают, должны делать перегородки. И я думаю, что сразу после праздника этот вопрос будет завершен. Я думаю, что суд переедет туда. А это здание, которое здесь, не знаю, так остается за зданием. Ну, остается, да, потому что дальше, реконструкция будет может, уже под школу. Может, в дальнейшем и школе перейдет. Там, где сейчас находится суд. Вы сказали о том, что там уже в этом здании работают, туда уже вошли специалисты. Сегодня пошли специалисты. Сегодня пошли и специалисты суда, и наши специалисты. Уже я вчера тоже там был, и мы четко определили, где мы там будем, что мы будем делать. И я думаю, может, праздники, они еще не приступят к работе. Но после праздников, я думаю, что будут потихоньку и работы делать, и ближе. Просто внести нужно ясность, что санитарно-эпидемиологическая служба Украины и лабораторный центр, бактериологическая лаборатория, это две совершенно сегодня разные структуры. И если СЭС сегодня находится, это вот оно какая-то межрайонная, где-то там, это как бы совсем другая служба, которая сегодня опять-таки находится в стадии какой-то очередной реорганизации. Лабораторный центр, тот, который у нас остался, он пока и остается на своем месте, но есть уже документы, которые и им предписывают провести определенные реорганизационные мероприятия, в том числе одно из них – это рекомендация перейти под юрисдикцию местных органов власти, на чем мы сегодня и работаем. То есть, в принципе, этот лабораторный центр в недалеком будущем может стать коммунальным закладом, хотя мы предусмотрели эту ситуацию, у нас в больнице создана бактериологическая лаборатория, которая выполняет сегодня все необходимые бактериологические исследования для города Южного. Сегодня тот БАК-центр, который находится у нас, лаборатория, они оказывают только платные услуги, как государственная служба, они по-другому не могут. Вот, поэтому, если речь идет о том, что они готовы перейти в коммунальную собственность, мы готовы их принять при определенных условиях. Я хочу сделать еще небольшую информацию, которую я вчера в беседе с работниками БАК-лаборатории. И для меня было очень много новой информации о том, что БАК-лаборатория – это не обязательно должно быть государственное предприятие, это может быть частное предприятие. У нас очень много частных предприятий работает в городе Южный, лаборатории, частных лабораторий. У нас работают лаборатории города Одессы, у нас лаборатории города Ильичевска, у нас работают лаборатории Коминтерного,
куда наших людей автобусами возят, допустим, в Коминтерно. Все это на платной основе. И я думаю, что это абсолютно неправильно, что в нашем городе работают лаборатории других городов и зарабатывают деньги. Поэтому мы будем в этом плане работать. Мы, как говорил Лариса Владимировна, мы будем, наверное, будем создавать свою коммунальную собственность лаборатории, ну, лаборатории коммунальной собственности города. Объединим, может быть, то, что у нас уже есть в больнице, то, что у нас есть лаборатория здесь. Плюс, я думаю, что мы выделим какие-то деньги, купим какие-то реактивы, то, что не достает сегодня нашей лаборатории, и сделаем с нее хорошую, мощную лабораторию, и она будет обслуживать все наши предприятия в городе Южном. Это такие, как припортовый завод, Форд, Дельта Вильмар и другие предприятия, есть коммунальные предприятия. Поэтому лабораторию никто не закрывает, лаборатория работает. Наоборот, мы сейчас думаем, может, и расширим ее полномочия. Владимир Николаевич, еще такой вопрос, который касается вопроса кадра. Ну, мы говорим о социальных вопросах, мы готовим к социальным. Конечно, но мы бы хотели... Ну, давайте, ближе к социальным вопросам. Ну, пожалуйста, давайте, но ближе к социальным вопросам. На прошлой сессии утвердили заместителей и ключ исправный. Да. Если вопрос по начальнику управления финансов понятен, по ключ исправный понятен, то насколько было понятно исхода сессии, вы два раза выносили вопрос по... кадром именно из-за того, что не было консенсуса с Дмитрием Любимовым, то есть с этой кандидатурой, то есть депутатский корпус не совсем был благосклонен к Дмитрию Любимовому. Скажите, пожалуйста, какие качества управленца есть у Дмитрия Любимова, что вы так настойчиво его предлагали? Ну, первое, мы ни разу не выносили, мы один раз выносили, один раз выносили. Один раз мы не утвердили структуру, перенесли на следующую сессию структуру. Кадровые вопросы мы не поднимали. Относительно Любимова, который был утвержден начальником управления, я подчеркиваю, замом и начальник управления жилищно-коммунального хозяйства, он работает здесь в аппарате уже 10 лет, почти 10 лет. И сейчас для него это совсем новая работа, для начальника управления жилищно-коммунального хозяйства. Практически с ним встречаюсь каждый день, он мне рассказывает о работе и так дальше. И как он говорит, что эта работа довольно-таки интересная, и он этим занимается предметно. Я думаю, что такие погодные условия, которые у нас есть, может, еще будут какие-то усложнены. Он покажет себя в работе, и мы дадим характеристику, и не только мы, и люди дадут характеристику, насколько он способен работать на данном участке работы, который сегодня определен. Одним из главных качеств, вы говорили, всегда необходимы профессиональные качества. Организаторские профессиональные. Понимаете, если есть организаторские способности, и если есть специалисты, которые работают по направлениям, директора коммунальных предприятий, я думаю, что нам нужно в первую очередь правильно организовать работу. Организует работу. Понимаете, вот как никакая, а эта работа, она на виду. Вот справится, мы увидим. Не справится, ну, будем принимать решение. Посмотрим, жизнь покажет, работа все покажет.